В отличие от первого чемпионата, нынешнее первенство отличалось как количеством участников, так и более широкой географией присутствия. Приехали к нам наши друзья Башкирия, Карачаево-Черкесск, Адыгея, Владимир город. Поэтому география наша расширяется. После продолжительной разминки состоялось и торжественное открытие чемпионата. А старт состязаниям дали, естественно, почетные гости турнира. Команды из 7 регионов страны прибыли сюда, в Севастополь, чтобы оспаривать пальму первенства второго чемпионата среди адвокатов. Однако есть еще и иные цели. Адвокат, кроме багажа знаний, солидного багажа знаний, должен еще обладать иногда и крепкой рукой, и зорким глазом. Страсти на дорожках в этот день кипели нешуточные. Правда, кроме чисто спортивных, организаторы турнира, Федеральная палата адвокатов и Адвокатская палата Севастополя преследовали и иные, не менее важные цели. Во-первых, это возможность пообщаться с коллегами, с друзьями, обменяться опытом, установить новые отношения дружеские. Многие не были в Севастополе, у нас какая-то экскурсионная программа, знакомство с городом, с Крымом. Ну и самое главное, знаете, мы бы хотели, чтобы Севастополь стал как бы неким центром общения, коммуникации между российскими адвокатами. Состав большинства команд был мужской. Исключение составили только сборные Крыма и Владимирской области. Наталья Плуте – бессменный участник теперь уже двух чемпионатов. Нас привлекает единство адвокатуры, гостеприимство города Севастополя, огромная благодарность организаторам этого турнира. На второй чемпионат съехались не только спортсмены. Отряд болельщиков отличился качеством поддержки. В прошлом году севастопольцы победили, поэтому я, естественно, приехал. Мы сегодня принимаем этот турнир, наши адвокаты Севастополя. Я буду их поддерживать, буду желать им победы. Турнир действительно пришелся по душе и организаторам, и участникам соревнований. Это предрешило его будущее. И это на уровне Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. Это уже традиция. Я думаю, на следующий год будет все 14 команд. Продолжительные состязания завершились победой сборной команды Адвокатской палаты Севастополя. На втором месте спортсмены из Республики Адыгея, бронзовые награды завоевали адвокаты из Владимира. Наградили и нашу телерадиокомпанию. Мария Буйлова, Николай Скребец, информационный канал Севастополя.